Это было начало первого, 12 начала первого где-то. Точно не помню, где-то в начале первого. Она прошла первого карлика, я прошла за ней. Обычно она, когда приходила раньше, она мне отдавала себя в коридоре, но в этот раз я отдавалась за кадром, у меня столы были заняты, мы прошли на кухню. Я постелила полотенце на стол, чтобы не спачкались все это вместе. Она села на стол, около стола, я встала напротив нее. Она достала ведомости, я расписалась, она посчитала деньги мне, передала руки, сказала, чтобы я ей пересчитала. Там было 21 тысяча с хвостиком, я не помню с каким. Вот. Ну, она укладывала ведомости, я говорю, ой, ну, сколько я тебе принесла денежек. А я ей говорю, да какие денежки, сквозь пальцы пройдут, потому что то долг надо, это еще купить, что-то надо. На что она мне сказала, если бы у тебя лодка не была, то я говорю, у тебя побольше было денег. Что значит лодка левая? Она имела в виду выпивку. Я иногда, бывает, срывалась. Mm-hmm. Но это было не ущерб ни семье, ни работе. Ну, вот. Она стала вставать, почти выходить. В этой кладке сколько примерно времени было? Ой, долго вы сидели? Ну, не знаю, может, 15 мы сидели. Ну, 10-15, я не знаю, сколько по времени. Ну, около 12 часов где-то, да, уже было, да? Около часа было. Ну, около часа, 13 да. часов. Ну, да, где-то так. События где все происходили? На кухне, у меня дома. Она стала вставать, когда она мне сказала, что я голодка, а я ей говорю, что я же работаю с 82 года, у меня стаж непрерывный. Если бы я плохо работала, то она бы с работы вылетела. Она мне что-то так ответила, но я правда не помню. Она у меня на машине приезжала, ножик кухонный. И я взяла ножик. То есть ваши эти фразы, высказывания ушатые, создали? Да. И обидели очень сильно. Ну что дальше происходило? Я взяла ножик и ударила ее. Я не знаю, сколько раз ее ударила. У меня почему-то какой-то провал памяти. Я только поняла, что когда я ударила, она упала. Упала. А куда она ударила? Не знаю, верхнюю часть это тела, я не помню. Она упала. И падает. То есть после нанесенной вами и удара ножом она упала, да? Да. А как она упала? Да? Ну, вперед на спину, на живот, лицом вниз. Лицом вниз. И она когда падала, у меня стоит там деревянная табуретка. Где там? Около печки, на правильной печке. В кухне? Да, на кухне. Все происходило в кухне вашего? Да. И она, когда падала, упала на эту табуретку. Табуретка перевернулась. Вот я уже пришла в себя тогда, когда подняла табуретку и ударила ее. А сколько она живет? Чем ударила? Табуреткой. А сколько она живет, хранили на ней стоится. Вот потом... А нож где она была? Я просто на полу лежала. Я потом... Со страхом выскочил на улицу, закурила сигарету.